Да, дорогие друзья, наш увлекательный, сытный, комфортный отдых обеспечивается нелегким каждодневным трудом обслуживающего персонала, которому огромное спасибо, благодарность и поддяка. Закончился сезон дождей и туманов. Последних 3 вечера, каждый вечер идет дождь. И, видимо, прогноз погоды оптимистичный. И начинает эту террасу, танцпол оборудовать для ночного веселья, для ночного отдыха. Гудеть будем до утра. Тем более сегодня Пасха, 28 апреля 2019, светлый праздник Пасхи. Ну а мы, дорогие друзья, собираемся, с вашего позволения, на пляж. И там мы продолжим наши репортажи с места отдыха. Все это на зиму прячется, упаковывается. Каждый матрас, каждая подушка в свой чехол. И вот сегодня они дождались своего часа и сегодня премьера отдыха под открытым небом. Турецким небом на турецком берегу. Вокруг экологически чистая зона, велодорожки для байков, для пробежек, для велосипедистов. Чистое здоровье, дорогие друзья. О, наш конек-горбунек, опять он. Вчера мы делали на нем обзор, сегодня он проплывал под окна, теперь подплывает возле нашего пляжа. Вот это да. Конек-горбунек. Вот здесь я вчера сидел, делал видео. И здесь сидел, делал видео. Это же надо. Он такой музыкальный. Красавин. Фотосессия. Вот это.
Ой, хорошо. Ой-о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 й. Ой, морька. Пивка, пивко. Тепло, хорошо. Наели. Кто там рыгает? Там бэкает. Камбэк. Вот наш конек-горбунек. Вчера мы его излазили вдоль и поперек. Ой, бухло носят, все равно разносят. 7 пива, 7 виски. Еду, шашлычки. Тимофей. А мы там не пьем. А там вот сейчас немножко. Все копаться будут. Тима, выходи из Дима. Мама, дай, пожалуйста, красавец какой. Конек-горбунек. Средиземное море. Или как я его называю, белое. Да-да, далеко. Далеко. Вот он наш конек. Опять? Да. Я уже 3 раза тут только снимал. Сегодня я вообще просто отдыхаю.